Приветствую всех на канале. Сегодня у нас довольно-таки большая, очень большая посылка, тяжелая. Это у нас упаковки в оригинальную пришел принтер, 3D принтер «Призрак летающего медведя». Ну что ж, давайте распаковывать. При распаковке обратите внимание на знак, символ, который показывает, где у нас верх, чтобы неправильно не распаковать. При вскрытии обнаружил чек-лист на самом верху. То есть китайцы все проверили, чеки все поставили. Вот они чеки. Вот. Ну все, лист готов. Значит, упаковка должна комплектация быть полной. Здесь даже филамент есть. Ну, давайте все вытаскивать. Внутри положили руководство, причем на русском языке. Хотя обложка на английском. Вот. Причем шрифт бабушкин. То есть для тех, у кого слабое зрение. Крупный такой шрифт. Все. Вроде подробная как бы инструкция. Но невиданная роскошь для китайцев. Электроника собрана аккуратно. Вот тут у нас материнка. Видно, что драйверы съемные. Драйверы и двигатели. Вот. Охлаждение тут. Это у нас уже дисплей на шлейфе посажен. Ну, все аккуратно, все провода как нужно организованы. Блок питания слабоватый, тут 300 ватт всего лишь. Вот, но можно его заменить, вот здесь видно. Так, напряжение питания 24 вольта, ну все отлично. Места тут валом хватает, можно еще что-то электронное сюда положить. Принтер заработал сразу же. 2 часа на сборку. Сборка вообще элементарная. Я даже видео не стал смотреть, потому что нудно, долго там. Так, по уразумению. Ну, все понятно. Поэтому легко собирается. Вот. Теперь запустил тестовые изделия. Это болт с гайкой. Во время печати произошел сбой электричества. Ну, как бы наша электротехническая компания заботится о том, чтобы тестирование проходило всеобъемлющее. Но удивительно, что у этого принтера есть функция продолжить печать. Я нажал продолжить печать, и он как будто ничем не бывало. То есть прерывание электричества для него получается не проблема. Ну, отлично, вроде печатает. Сейчас отпечатаем, посмотрим. Тут как бы столик есть, можно что-то положить. Вот. Экранчик тоже мне очень понравился, очень простой, удобный. Вот. По сравнению с Крелити 3D, это, конечно, серьезный шаг вперед. Он меньше шумит, кстати, менее. Ну, в принципе, может быть, в начале так неплохо, но ну, очень нравится. Давайте посмотрим, как он отпечатает. Отпечатал, но оторвать не могу болт. Гайка оторвалась как-то. Вот, болт до сих пор не отрывается, хотя стыл стол. Вот черт, как перестарались они что-то. Была проблема у ранних принтеров. Это плохая связка со столом. И там были проблемы. А сейчас, смотрите, никакой связки нет. И это при том, что было... сбой электричества. Вот здесь видно наплыв небольшой, да? Шишка такая. Это вот то место, где произошел сбой электричества. Вот. Спасибо всем за внимание. Принтер очень доволен. Желаю всем здоровья, счастья, успехов. Пока.